Дорогие друзья, так как мы вас очень сильно любим, всех тех, кто находится в данную минуту времени у экранов, мы хотим вас щедро одаривать какими-то приятными. Не только эмоциями, да, и не только классными материалами, но и настоящими подарками. Например, билетами в цирк. Когда ты последний раз была в цирке? Ты меня уже спрашивал это несколько дней назад. А ты каждый раз не улучшаешь ситуацию? Не улучшаю, потому что все билеты мы отдаем вам, друзья. Да, у нас есть 3 билета на 27-е, по-моему, что, да? 27-е, да, начало в час дня. Хотите идти в цирк? Вот, 3 билета есть, пожалуйста, можно их легко выиграть. Заходите в наш паблик ВКонтакте «Утро с вами», найти его очень просто. И под этим постом просто выкладываете видео в комментарии, в котором вы жонглируете, внимание, 3 предметами. Это могут быть теннисные мячики, это могут быть апельсины, что вы, бананами хотите жонглируете. Но 3 предмета, которыми вы жонглируете, минимум 10 секунд. Такое сложное задание. А, извини меня. То есть комментарии, метод случайных чисел, вот это вот не подходит. Ну ладно. Так что, дорогие друзья, самый первый человек, который разместит в комментариях эту видеозапись, где он жонглирует 3 предметами, и минимум 10 секунд мы будем засекать, получит замечательный подарок. 3 билета в цирк на 27 число на час дня. Хотел бы я себе их забрать? Хотел бы, но единственное, что у меня в этой жизни, это языком делать ля-ля-тополя.